другой остров, который, как называется, я забыла. Не помню. Дос Пальмас. А, Дос Пальмас, точно, две пальмы. Вот едем на две пальмы. Там мы собираемся пробыть 4 дня. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Солнце, во всяком случае, светит, хоть и дождик бывает, но 31 градус тут есть. Всем привет с Филиппин.